Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов побывал в Чечне. Визит прошел в рамках проверки подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году. Показали Игорю Шувалову обновленную Ахмат-арену. Этот стадион вполне может принимать игры планетарного первенства. Красавец, стадион, все условия дополнительные, там места, где можно тренироваться, там все условия у нас есть. Там. Стадион построен так, что его в любое время можно было расширить. То есть проект позволяет опустить западную трибуну, добавить 3000 мест и построить второй ярус восточной трибуны и добавить еще 10 000 гостей. Побывал Игорь Шувалов и в аэропорту Грозного. Первого вице-премьера в первую очередь интересовали потенциальные возможности воздушной гавани. Скажите, пожалуйста, сколько у вас вообще пассажиров в год перевозится? Ну, на прошлом году мы перевезли 198 тысяч пассажиров. Так. В этом году у нас где-то процентов на 20 больше. Мы планируем перевезти пассажиров. Уже мы перевезли. Почти 183 тысяч. А мощность какая работает? Мощность у нас 200-250 час пропускная способность. Мы в следующем делаем проект, строим новый аэропорт. Впечатлил Игоря Шувалова и преображенный Грозный. В городе появились новые парки, скверы, деловые, торгово-развлекательные центры. Активно идет строительство жилья. Серьезно, выглядит здесь все это место. Эта часть города очень красивая. И еще раз, вот этот проспект, мы который проехали, который молодцы, что вы его отработали, сделали, и фасады старых домов привели в порядок. Поразила Игоря Шувалова и мечеть Грозного. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал первому вице-премьеру о новых строительных технологиях, которые использовались при возведении этого объекта. Теперь эту мечеть ежедневно посещают тысячи верующих. Если это не будет крутить целый день, а сутки имам бывает. Если... Ну, у нас есть вирды. Вот. И школа здесь есть. Да, у нас есть школа. Вот есть, у нас есть институт из всероссийский исламский. Кроме Грозного, Игорь Шувалов посетил Аргун. Как рассказал первому вице-премьеру Рамзан Кадыров, этот город раньше был очень проблемным, сейчас ситуация изменилась. У нас город был самым сложным. Это как перевалочная база была бандитов. Здесь каждый раз обстреливали. Ахмат Хаджи когда проезжал, каждый раз обстреливали. Там, знаешь, еле-еле. Руслан Чингачи, начальник охраны, был первого президента. И... Бывали случаи, что обстреливали дом, бой, они начинали, а нам приходилось закончить. Там неделю мы с Ибрагимом воевали здесь. Там, вот такие случаи были. Сейчас один из самых мирных городов. Неизгладимое впечатление на Игоря Шувалова произвела мечеть в Аргуне. Как рассказали первому заместителю правительства России, она действительно уникальная и уже стала мировой знаменитостью. Ух, какая красота! Канал Discovery просился, когда на сборах идут, снять съемки, потому что самая большая люстра была на пол в виде полумесяца. Красота. Видно, что это действительно современная архитектура. Это моя тоже моя любимая мечеть. Это очень, очень светлая. Очень хорошая. Открытая. Светлая. Все пространство открыто здесь. Когда сюда заходишь, такой добротный аура здесь. Вон там волос пророка.